останетесь просто наживкой, то есть человеком, на котором наживаются. Если вы думаете, с чего начать, прислушайтесь к советам людей, достигших финансовых вершин. Например, к Роберту Киосаки и Дональду Трампу. Я думаю, что самое большое, что всех смущает, это, конечно, незнание. Незнание законов. Законов успеха. Я вам скажу так, что законов на самом деле немного. И законы очень простые. Они простые, может быть, так же, как зубы почистить. Просто другое дело, что нужно чистить и чистить зубы. И нужно применять и применять эти законы. И что очень важно, конечно, если вы будете много читать, много слушать, много смотреть, этого мало. Вам обязательно нужна будет практика. А вот по пути практики обязательно, чтобы вас повели люди какие-то, то есть менторы, которые бы вас вели не в смысле том, чтобы где-то не упадете, вам соломку постелят, а в том смысле, чтобы они вас именно вели, чтобы у вас не пропадал вот этот вот запал, энтузиазм идти к победе. Вот это простые вещи, которые я вам сказал. Если вы их примете к сердцу, это начнет работать с вами. Вы будете богатыми, у вас будет много денег. Чтобы быть финансово успешным, перестаньте проводить время с неудачниками. Человек заражается мыслями тех, с кем он общается. Не верите? Проведите неделю рядом с бездомными людьми. Но тот же принцип действует, если вы общаетесь с людьми успешными. Вы все больше и больше становитесь похожи на тех, с кем проводите время. Умные люди говорят: деньги – хорошие слуги, но плохие господа. Только деньги не делают человека счастливым. Но они помогают понять, насколько важно в жизни то, чего нельзя купить за деньги. В своем бизнесе я считаю, что деньги – это эквивалент моих, я бы сказала, усилий, моего творчества, моих вложенных эмоций, стараний, физических даже каких-то усилий. И эквивалент полезности моей деятельности вообще для общества. Может быть, это немножко громко звучит, но это мое отношение к деньгам, эквивалент. И чем больше я полезна, тем больше я зарабатываю денег. Отношение к другое. Финансовый успех определяется количеством людей, доверяющих вам и готовых сотрудничать с вами. А вы хотели бы иметь дополнительные финансовые знания о том, как можно зарабатывать деньги? Ну, можно, не помешало бы, конечно. Пригодилось бы. Да, надо учиться. А вы готовы были бы потратить деньги, если бы вам пришла какая-то сумма, да, часть этих денег на свое финансовое образование, на знания? Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Тело не готово к 9, 10, 11, 12 повторениям с определенным весом. Так мышцы растут, преодолевая болевой порог, испытывая боль в мышцах, преодолевая ее, нужно идти дальше и дальше. Как раз эти последние 2, 3 или 4 повторения и заставляют мышцы расти. Это отделяет чемпиона от нечемпиона. Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся. И точка.
Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Вот чего не хватает большинству людей. Упорство. Собраться с силами, войти и просто сказать: я пройду через это, и мне все равно, что будет. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Добрый вечер, друзья. Рад приветствовать вас в нашей комнате. Пожалуйста, поставьте от 1 до 10, чтобы я понял, что меня слышно и видно. Хорошо, спасибо. Итак, приветствую вас на нашей встрече, на нашей вечерней встрече, встрече чемпионов и победителей. Знаете, в Японии говорят: бизнес – это война. Мне не очень нравится война, мне больше нравится бизнес – это спорт, это состязание, это доказательство того, кто мудрее, кто сильнее, кто настойчивее, кто может себя пересилить и сделать то, что другие не могут. Ведь проще не делать, чем делать. Мы сегодня с вами поговорим о бизнесе. Именно о том бизнесе, который действительно захватывает и который увлекает сегодня огромное количество людей. И который действительно позволяет каждому жить лучше. Вот это самое важное. Вы можете жить лучше. Вы должны жить лучше. Каждый человек может и хочет жить лучше. И сегодня я покажу один из способов, который позволяет изменить свою жизнь, в корне изменить жизнь в лучшую сторону. Поможет нам в этом рассказ о компании, которая называется OXA Worldwide. Но вначале мне интересно, есть ли в нашей аудитории новички, то есть люди, которые еще ничего не знают, может быть, первый раз попали сюда, не знают, кто такой Николай Лобанов, кто такая Ольга Лобанова, вот чем вообще здесь занимается. Поставьте пятерочки, если такие люди есть. Я понимаю, нас не очень много, тут чуть больше 40 человек, но новички все-таки могут присутствовать. Есть несколько человек, хорошо. Ну, вы гости, вы главные люди, потому что все те, кто не ставит пятерочки, они уже слышали эту информацию, она для них не нова. А вот вы как раз те, чья жизнь сегодня реально может измениться. Знаете, когда-то я был на вашем месте, когда-то я впервые слышал подобную информацию, ничего не понял. Но эта информация изменила всю мою жизнь. Я желаю, чтобы в вашей жизни сегодня тоже произошла такая вот трансформация. Итак, мы будем говорить о компании OXA Worldwide и бизнесе, который она предлагает. Но вначале хотелось бы сказать о прародительнице компании OXA. Это холдинг Aroga. Это крупное международное предприятие. Это холдинг, работающий во многих странах, имеющий много направлений развития бизнеса. У компании Aroga есть свои акции на фондовой бирже в Нью-Йорке. 28 лет эта компания на мировом рынке. Представляете, 28 лет. Это канадская компания, она работает в Канаде, Америке и других странах. И вот эта цифра 28 лет, она сразу начинает будоражить наши умы. Сегодня продержаться в бизнесе 28 лет в жестком капиталистическом бизнесе очень-очень непросто. Но компания Aroga – это уникальная компания, потому что она является даже одним из двух партнеров компании Google. И сейчас я хочу включить небольшой видеоролик, который нам покажет, что собой представляет холдинг Aroga, и мы с вами двинемся дальше. We'll be right back.
Холдинг «Горога» – это компьютерная, мультимедийная технология. Это помощь огромному количеству людей, у которых либо нет, либо очень слабое зрение, тактильная чувствительность, слух и так далее. Это очень серьезный холдинг. И вот летом этого года компания «Орога» приобрела компанию «Окса Worldwide». Для того, чтобы продвигать один из своих уникальных продуктов на территории всего земного шара. То есть Окса Worldwide – это компания, которая уже несколько лет работала, это компания сетевого направления, и сегодня очень многие предприниматели понимают, что сетевое направление позволяет очень быстро захватывать рынки всего мира. И вот здесь мы видим тех людей, которые возглавляют холдинг «Орога», это Грув Беннет. Он говорит, что ценность сотрудничества с «Орога Холдинг» сложно переоценить. Навыки, инструменты, технологии «Орога» позволят в короткие сроки раскрыть потенциал компании Окса Worldwide. Окса Worldwide возглавляет Дуглас Яц. Это люди, которые очень давно в бизнесе, которые создавали огромное количество и предприятий, и направлений, сотрудничали со многими направлениями. И они сегодня очень мощно развивают это направление и этот бизнес. Уже сами цифры говорят, компании всего лишь 2 с небольшим месяца, меньше 3 месяцев, но сегодня уже компания и продукт компании представлен более чем в 100 странах. Вот представьте, 2 месяца компании. Обычно, когда 2 месяца какому-то бизнесу, о нем никто не знает, его никто не слышал, не видел, может только офис один открылся. Здесь уже 100 стран мира знают о том, что такое продукция компании Окса и Орога Холдинг. И вот здесь те люди, с которыми мы знакомы и которые мы знаем, что очень давно в бизнесе, они являются мультимиллионерами от Network Marketing, они строили многомиллионные структуры, они очень известные в Америке, это Мин и Джулия Хо. Это люди, с которыми мы встречались в Киеве, и когда мы узнали, что они здесь, то мы сразу поняли, что за этим большое будущее. И поэтому, когда нам предложили бизнес-компании Окса, мы тоже, недолго раздумываясь, в тот же день, буквально через полчаса-час, уже были партнерами Окса Worldwide. О чем вообще идет речь, когда мы говорим об Окса? Речь идет об уникальном продукте, который сегодня является новым совершенно технологическим прорывом, продуктом, о котором сегодня многие люди не знают, не подозревают, но без этого через год, два, три, пять уже не сможет жить, ну, большинство людей на планете. Это как мобильные телефоны, да, вот мы без них когда-то обходились, но сегодня трудно представить, забыл мобилку, надо возвращаться домой. Или компьютер, мы жили без них 20-30 лет назад и не знали, что такое интернет, но сегодня без компьютера жизнь трудно представить, без интернет-технологий. То же самое это продукты Окса и продукта Рога, потому что речь идет о нас с вами, о людях, о нашем здоровье. Любой человек понимает, что здоровье – это одна из важнейших ценностей. Вот нет здоровья, все остальное уже теряет свою ценность. Вам и деньги не нужны, когда нет здоровья, вам и близкие не нужны, если у вас зубы болят и так далее. И вот здесь как раз речь идет именно о здоровье. Не медицина даже, хотя вот здесь написано, это слова известного врача, доктор Мехмед Оз. Я думаю, что использование энергии в исцелении будет самым большим достижением в медицине в течение следующего десятилетия. Речь идет не о болезнях, речь даже идет не об исцелении, а о здоровье. Потому что на Востоке, например, совершенно другие подходы, не такие, как на Западе. Когда на Западе у человека что-то происходит, он идет в больницу, идет к врачу, ему приписывают какие-то таблетки, какие-то процедуры в лучшем случае, но чаще всего это химия, в худшем случае это скальпель. На Востоке все совсем по-другому. На Востоке поддерживают здоровье защитные силы, защитные свойства организма. И держатся они на энергии. Мы с вами знаем об этом или нет, но мы прежде всего энергетические сущности, и только потом физические. И если из нашего тела выйдет энергия, я думаю, вы понимаете, во что превращается тело. Оно сначала остывает, да, в нем сначала прекращаются все электрические процессы, потом движение всего, потом оно остывает, а потом оно превращается просто в кусок непонятно чего. Без энергии мы не можем жить. И вот от того, как движется энергия в наших каналах и меридианах, зависит наше здоровье, наше самочувствие. И как раз, когда мы говорим о продукте Окса, речь идет именно об энергиях. Потому что это совершенно новое направление, это технологический прорыв. Это продукт, который называется квантовые голограммы Окса. Что такое квантовые голограммы, мы об этом сегодня будем говорить, но вначале тоже хочу включить небольшой видеоролик. Мы посмотрим, что это такое, а потом продолжим наш разговор.
Вы можете жить лучше. Я хотел бы представить вам инновационный продукт, который воплощает в себе тысячелетний опыт восточной и западной медицины и самые современные технологии. Этот продукт для людей и семей нового тысячелетия, ведущих активный образ жизни. Квантовые голограммы практически моментально помогут вашему телу уменьшить боль и увеличить концентрацию. У вас будет больше энергии и сил, а сон станет как у младенцев. Эти голограммы не являются стимуляторами, а помогают телу войти в правильный биоритм, без болезненного вторжения извне. Вас поразит простота и безопасность их использования. Не потребуется вторжение в организм ни в виде таблеток, ни в виде уколов. Эти простые голограммы работают как маленькие жесткие диски, хранящие большие объемы информации, подаваемой на акупунктурные точки. Устройство работает как беспроводной передатчик, который отправляет сигналы через ваши меридианы каждой клеточке вашего тела. Сегодня мы совместили тысячелетнюю медицину Востока с инновационными технологиями 21 века, чтобы создать то, что вам и вашей семье уже очень нужно. Люди нового тысячелетия ведут очень активный образ жизни, для которого часто требуется облегчение боли, высокая концентрация внимания, хороший сон и много энергии. Они используют медикаменты с сильными побочными действиями, чтобы избавиться от болевых ощущений, депрессии и бессонницы. Люди, в особенности молодого поколения, пьют много кофе, напитков с повышенным содержанием сахара, энергетических напитков, чтобы получить временную выносливость. Мы пьем таблетки, вызывающие привыкание, чтобы хоть как-то заснуть ночью, чтобы наутро проснуться как в тумане. Но все это очень дорого нам обходится. Отвратительные побочные эффекты, которые часто даже хуже самой проблемы. Вам нужно позаботиться о себе и своих близких. Почему бы не попробовать экологическое, природное средство без дополнительных побочных эффектов? Откройте для себя эту новую технологию, работающую на частоте вашего тела. Квантовые энергетические голограммы мгновенного действия не несут в себе опасных химических веществ, калорий, медикаментов, вызывающих привыкание, и не оказывают побочных действий. Разве было бы плохо помочь вашим детям достичь хороших результатов в спорте? Голограмма мгновенного действия эффективно облегчает боль, помогает вашему телу лучше справиться с ее причинами. Она также помогает лучше сконцентрироваться, что положительно влияет на успехи в учебе. Хотите иметь гораздо большие достижения? Голограммы помогут улучшить ваш сон. Представьте, как это здорово, хорошо выспаться и проснуться утром, полным свежих сил. Наш организм восстанавливается, когда мы спим. Нам нужен здоровый сон, чтобы в полной мере наслаждаться нашей жизнью. Наши тела построены таким образом, что в правильных условиях они могут о себе сами позаботиться. Но посмотрим, что думают эксперты об этой индустрии и голограммах. Доктор Махмед Ост сказал, что медицина будущего – это энергетическая медицина. Давайте поговорим с другими врачами и специалистами о том, как работают наши продукты. Что говорят об этом? Добрый день! Я доктор Хаус Ньюман. Я сертифицированный лимфолог и доктор превентивной медицины. Я преподаю природную медицину, энергетическую медицину и здоровое питание уже более 15 лет. Очень важно, чтобы все поняли, что наши тела работают на электрическом уровне и обеспечивают постоянный поток энергии через наши меридианы. Говоря простыми словами, наши голограммы Оксо обеспечивают движение энергетических потоков через тело. Электрические потоки в нашем теле контролируют частоту биения сердца, работу нервной системы, а также потоки лимфы и крови через наши тела. Голограммы Оксо дают источник энергии для прохождения электрических частот через тело. Членам моей семьи особенно нравятся диски для сна, которые обеспечивают глубокий и хороший сон. Будучи членом совета Оксо, я часто помогаю с любыми вопросами здоровья, а также отвечая на вопросы по голограммам. Берегите здоровье. Дженнифер К. из Калифорнии говорит: «Помогите, у меня закончились диски для сна, мне нужно еще». Рич Куна говорит: «Я носил энергетические диски во время тренировки. Это мне очень помогло улучшить результаты, и я стал чувствовать прилив сил во время тренировок. Спасибо». Доктор Пэм Фоуэрс говорит: «Я проснулась выспавшейся и отдохнувшей. Я себя так не чувствовала уже много лет». Элли Купер говорит: «У меня часто болят и воспалены шея, плечи, спина, болит голова. После использования двух голограмм в течение 2 часов я был приятно удивлен. Боль прошла совершенно». Дженнис Джи рассказывает: «Как только я стала использовать голограмму для облегчения боли, боль ушла. Ее нет и по сей день. Раньше я просыпалась ночью каждый час. Прошлой ночью я применила голограмму для сна. Так хорошо, я не спала уже много лет».
Нет никаких сомнений, что продукты Окса полностью легальны и помогают людям во многих точках планеты. А вы готовы начать? Сначала обратитесь к человеку, который отправил вам это видео, и получите свои голограммы. Посетите его сайт, изучите информацию, станьте клиентом или активным участником программы Оксо. Вы можете использовать продукт по оптовой цене и можете зарабатывать на нем. Начните прямо сейчас. До встречи в прямом эфире. Итак, голограммы Окса. Это вот такие маленькие чудодейственные диски. Вот такие вот для новичков, для тех, у кого еще нет в пользовании этих голограммок. Они величиной с двухкопеечную монету. Но без них, например, сегодня я уже не представляю, как можно жить. Почему? Мне 54 года. И лет 5 назад у меня начала появляться проблема со сном. То есть иногда ночью проснешься, не можешь заснуть. Я уже и так, и сяк, и по-разному пользовался. То есть различные пытался там средства использовать. Но когда в моем доме появились голограммы, проблема ушла. Я приклеиваю вот сюда, в район бровей, вот как на рисунке, либо на висок. И сплю как младенец. Сплю замечательно. Ну, высыпаешься быстрее, потому что сон более глубокий, более качественный. Чувствуешь себя замечательно. И для огромного количества людей это сегодня находка, потому что в такой ситуации люди пьют, например, снотворное. Они привыкают, снотворное разрушает наш иммунитет, нашу печень. Ну а куда деваться? А как-то же надо засыпать. И по большому счету это не решение проблемы, это усугубление проблемы. Но голограмма – это безболезненное, без вторжения в организм, воздействие на ваш организм, именно на энергетику, на ваши каналы. Идет гармонизация ваших каналов, идет гармонизация биоритмов, и вы просто-напросто лишаетесь этой проблемы. Поэтому я считаю, что в каждом доме голограммы должны присутствовать вот как минимум для сна. Это мои любимые голограммы, я других, правда, вот пока еще не использовал, надобности не было, но есть еще. Вот следующее направление, это антиболь. А голограммки выглядят примерно так же, да, они вот поступают в таких вот пакетах. Вот это у нас для сна, вот такой он фиолетового цвета. Вот это антиболь зеленого цвета. И еще есть, о котором расскажу позже. Вот так, например, я храню свои голограммки, они в специально защищенных пакетиках. Они не одноразового пользования, хотя, ну, как бы предполагается, что одноразового. Но, например, если у вас что-то болит, и вы приклеили, вы можете 3 и даже 4, может быть, 5 дней ходить с этой голограммой. Даже принимать душ или купаться, она держится. Ну, если, естественно, вы там не потеете или еще что-то. И вот она действительно мгновенное действие. Большинство болей через 5-10 минут либо уходят полностью, либо значительно уменьшаются. Представьте, у вас, например, зубная боль. Вы не знаете, как избавиться от нее. Кто-то там аспирин, кто-то стриптоцид, кто-то еще что-то. Но это все разваливается, вся голова буквально. Вы приклеиваете голограмму, через 5-10 минут боль уходит. Вот подумайте, сколько для вас будет такая голограмка стоить. Сколько вы за нее готовы будете отдать. Это зубная боль. А головные боли? У кого-то мигрень, у кого-то давление или еще что-то. У кого-то суставные, мышечные боли. Ну, боли бывают разные. И если вы получили облегчение через несколько минут, то для вас это чудо. На самом деле это и есть чудодейственное не таблетки, не лекарства, а голограммы. И в ближайшие год-два они будут знать все человечество. Следующее направление, оно важно для тех, кто, например, занимается спортом, кому нужно высокий тонус, энергию иметь, или те, у кого вот пониженный тонус, пониженная бодрость. Кто-то для того, чтобы взбодриться, пьет кофе, кто-то выкуривает там несколько сигарет, кто-то энергетики пьет. Если у вас есть голограмма, ничего этого не нужно. Вы приклеиваете голограммки на определенные точки, вот здесь, кстати, они есть. Их легко найти и запомнить. Каждой голограммке прикладывается свой атлас. И здесь мы видим, вот, например, в районе плеча, ниже пупка на 2-4 пальца, в районе 1-2 пальца на ноге, ахиллесово сухожилие, на предплечье. И у вас в течение дня высокий тонус, хорошая энергия, вы себя бодро чувствуете. Для многих это тоже находка. Особенно в комплексе. Ведь когда, например, у человека болит, болит долго, у него нет и тонуса, у него нет и сна, у него все энергетические параметры снижаются. И в такой ситуации можно все три использовать голограммы, причем очень эффективно это очень работает. Для тех, у кого может быть многолетние боли, застарелые боли, это, ну, для кого-то это панацея. Я не хочу сказать, что это панацея и работает всегда на всех и в каждом случае, но для многих это просто спасение.
Итак, я надеюсь, что вы поняли, насколько это интересный продукт. Кстати, поставьте, вот как вы оцениваете в 10-бальной шкале качество и необходимость этого продукта для вас, вашей семьи, вашего окружения. Вот от 0 до 10. Вот так вот, будем честными. От 0 до 10. У кого какое мнение? Я, например, не фанат. Я считаю, что вот в каждой семье, как минимум, это должно быть в качестве, ну, аптечки, там, скорой помощи. Как минимум. Если в вашей аптечке, в вашей семье есть, например, ножпа, есть анальгин, есть там еще какие-то обезболивающие, то достойное место займет голограмма. Да, я бы тоже оценил так. Десятку, девятку, но не меньше. Хорошо, спасибо. Итак, я думаю, вы понимаете, что это, во-первых, не разрушает кожный покров. Что такое иглоукалывание, все понимают. Ну, по большому счету, это не очень приятная процедура, это все-таки больно. Во-вторых, ну, есть определенная опасность, что будет занесен гепатит, например, или СПИД. Многие люди из-за этого не ходят на иглотерапию. И это не токсично, это не какая-то химия, не какие-то лекарства. Нет никаких побочных эффектов. Полностью натуральный продукт. Нет вторжения в организм, но есть нормализация, гармонизация многих сфер организма благодаря тому, что гармонизируется энергетика в наших каналах. И вот, учитывая все это, мы понимаем, насколько мощный потенциал этот продукт несет для любого бизнеса. Я думаю, вы понимаете, что любой продукт, он дает возможность зарабатывать. Вы сидите на стуле, я сижу в кресле, и это кресло стоит там порядка 100 или 200 долларов, уже не помню. И на этом кресле кто-то зарабатывал. Но зарабатывали больше всего те, кто первыми сделали это кресло, кто первыми сделал, например, одноразовые стаканчики или одноразовые станочки для бритья. Вот они стали миллиардерами. Потом после них пришли миллионеры, они тоже на этом зарабатывали. Так вот, сегодня есть новый продукт, на котором можно стать миллиардером или как минимум миллионером, там, мультимиллионером. Но это для тех, кто понимает. И компания это прекрасно понимает, и она готова очень мощно вознаграждать тех людей, которые сегодня продвигают эту идею и продвигают этот продукт. Сейчас я включу еще один небольшой видеоролик, чтобы мы посмотрели, ну, что собой представляет система вознаграждения, а потом мы более детально на этом остановимся. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему так мало историй успеха в сетевой индустрии? Конечно, есть те, кто получает невероятную прибыль, достигающую нескольких сотен тысяч долларов в месяц. Но что сказать конкретно о вас, о среднем сетевике, чьи доходы никогда не превышали нескольких тысяч долларов? Почему так происходит? Ответ прост. Большинство многоуровневых компаний способны выплачивать в сеть всего лишь 30-40%. Конечно, они заявляют, что выплачивают до 60% комиссии. Но когда от эмоций переходишь к деталям и начинаешь в них разбираться, то оказывается, что на самом деле платят около 35%. А было бы вам интересно узнать о компании, которая ежедневно выплачивает 65% от каждого доллара, поступающего на счет? А если бы у вас был бизнес, который никогда не рухнет? Если бы вам удалось найти такую компанию, вы бы захотели изменить стереотипы нынешнего отношения к сетям? И вернуться в то время, когда бизнес можно было делать легко и непринужденно, получая от этого удовольствие и весьма солидные доходы? А как насчет компании, способной изменить индустрию MLM и покорить весь мир? Такая компания есть. И называется она OXA Worldwide или Мир OXA. Займите свое место в мире OXA на верхнем уровне. Наши удивительные продукты, гармонично сочетающиеся с надежным и очень привлекательным компенсационным планом, позволят вам обрести возможности, о которых вы даже и не мечтали. Рассмотрим следующие факты. В мире OXA очень просто дублицировать, весело и легко, с быстрым получением ежедневных доходов в любом месте, где бы вы ни находились. Каждая продажа пакета 180 долларов по бонусу быстрого старта приносит вам 50 долларов и полных 100 баллов внутренней валюты. Вы также получаете доход от 7 поколений вашей структуры, от всех бинарных выплат за каждые 150 баллов справа и слева в соответствии с условиями матчинг бонуса. Вы можете совершать платежи на наш расчетный счет практически из любой точки планеты. Заработанные комиссионные выплачиваются ежедневно на вашу личную MasterCard. Оплатить заказ вы можете с любых банковских карт формата Visa, MasterCard, American Express, Discover. Первоклассное программное обеспечение позволяет вам отслеживать все платежи и выплаты в режиме реального времени. Наш сайт полностью интегрирован со смартфонами и планшетами. Нет большого первоначального взноса в 300, 500, 1000 долларов или дилерства за 2500. Регистрация стоит всего лишь около 180 долларов.
приобретением на эту сумму удивительного продукта, который продает себя сам. При этом мы имеем свое собственное производство. Статус золотого ранга позволяет зарабатывать $30 за каждый цикл. В итоге $145 выплачивается за каждых $180 ежедневно в полном объеме. Абсолютно никаких перерывов в работе компании. $50 000 в неделю – это верхняя планка выплат за циклы по бинару. Выплаты по матчин-бонусу до седьмого поколения в глубину и отсутствие ограничений на потенциальный доход. Комиссионные выплаты по бинару в 20% соответствуют $30 с каждого бинарного цикла. Также $30 начисляется вам абсолютно с каждого бинарного цикла со всей вашей структуры, от всех ежемесячных повторных заказов ваших дистрибьюторов и постоянных клиентов. Никаких подводных камней. Мир Окса выплачивает по бинарному маркетинг-плану до $50 000 в неделю. Мы действительно вне конкуренции. У нас очень простой компенсационный маркетинг-план и справедливый, и богатейший в мире. Итак, что вы имеете в итоге? Широчайшие возможности для ведения бизнеса, который был создан в мире Окса, компании, предназначенной для ведения одного из самых крупных и динамично развивающихся бизнесов в мире. Мы уже начали свое дело. Следующий шаг за вами. Успех ждет каждого из вас, кто сделает себе подарок и сразу же зарегистрируется в нашей команде. И кто знает, возможно, вы следующая мегазвезда сетевой индустрии, присоединившаяся к компании, которая в конечном итоге будет с вами всегда. Вы когда-нибудь задумались? Итак, друзья, поговорим о бизнесе, о котором можно только мечтать. Легкий, простой, очень эффективный, легко повторяемый. И если вы сравните с обычным, например, традиционным бизнесом, то это совершенно разные вещи, небо и земля. Например, я 10 лет был в традиционном бизнесе, и я прекрасно понимаю, что такое и сколько головной боли, например, приносит открытие ресторана, торговой точки или магазина. Мне сегодня вот даже это трудно представить, сколько люди тратят на это времени, сил, энергии, главное, денег. В нашем же случае ваш бизнес начинается всего лишь со $180. На $180 вы покупаете бизнес-возможность, и вы получаете 3 упаковочки, в каждой из которых по 40 голограмм. То есть 120 голограмм вы получаете, когда оплачиваете $180. С оплаты за доставку это будет около 200. Но вот просто представьте, за $200 вы не только получаете уникальный продукт, вы открываете свое дело, свой бизнес. Вам не нужно пока что, совсем не нужно регистрироваться в налоговой, там, оплачивать налоги, снимать помещение, оплачивать зарплату, платить за оргтехнику и прочее, прочее. Это стоит десятки тысяч долларов. Вы за $180-$200 начинаете свой бизнес. Просто уникальная возможность. И вы в этот же день, став партнером компании Окса Worldwide, уже можете зарабатывать. В первый же день. Как только благодаря вашей информации, тому, что рассказали вы, или кому-то дали посмотреть ролик, или пригласили на встречу, презентацию, подключается новый клиент или новый партнер, купивший для себя пакет на $180, вам компания выплачивает $50. Вы их сразу же у себя видите в бэк-офисе, это буквально несколько минут. И это очень высокий процент. Легко посчитать. Пригласили 4 клиентов или партнеров, а купили свое вхождение в бизнес. Знаете, в традиционном бизнесе для того, чтобы вернуть деньги, требуется иногда несколько лет. Вот у меня знакомые в Молдавии открыли ресторан. Открыли ресторан, который стоит, ну, представьте сами, 500 тысяч евро. 500 тысяч евро, это 500 000 евро. Как вы думаете, за какой период они вернут, то есть выйдут на ноль в своем бизнесе, заработают 500 тысяч евро? Да, они же, конечно же, взяли еще кредит. И они выплачивают этот кредит. Поэтому вот я когда только подумаю об этом, ну, голова идет кругом. Здесь вы начинаете бизнес с $200. И пригласив 4 партнеров, возвращаете. То есть вы деньги возвращаете не через годы, не через месяцы, даже не через неделю. Вы в первые дни уже можете вернуть свои деньги, эти $200. И дальше начинаются выплаты не только за личное приглашение, не только за то, что вы даете информацию, но и за то, что идет продвижение товара теми людьми, которые уже в вашей команде. Например, вы пригласили активного человека, он начинает быстро приглашать на встречи, давать информацию, давать эти голограммы своим знакомым, друзьям для пользования. Просто даже давать, не продавать, а давать, потому что это реклама, кроме всего прочего. Это не только помощь себе и близким, это еще реклама продукта. И у вас формируются 2 команды, левая и правая. Следующий вид дохода называется командный бонус.
Как только у вас в левой команде и в правой команде накапливается 150 баллов, срабатывает так называемый цикл, и вы зарабатываете 30 долларов. Вот здесь на рисунке это видно. Что такое эти 150 баллов? Когда вам подключается один человек, это приносит вам 100 баллов. Например, 100 баллов слева. Подключается второй человек, это 100 баллов справа. Подключается третий, подключается четвертый. Уже 200 слева, 200 справа. Вы получили уже за первый цикл 30 долларов. Подключается третий, срабатывает второй цикл, потому что 300 слева, 300 справа. То есть вот эта ситуация. 3 человека слева, 3 справа, вы заработали 60 долларов. И на самом деле вот эти циклы могут щелкать вначале там каждый день, потом каждый час, а потом даже каждую минуту, потому что в вашей команде все больше и больше количество людей, количество продаж, и это, соответственно, товарооборот. В любом бизнесе мы получаем деньги только от товарооборота. Не от того, что вы красивый, умный, открыли суперресторан. Если за месяц в него никто не вошел, то ваш ум превратился в то, что у вас долги за месяц появились. А доход только от продвижения товара, от товарооборота. Есть товарооборот, есть доход. Нет товарооборота, нет дохода. В нашем бизнесе наша задача самим создавать товарооборот, найти активных людей, которые готовы создавать товарооборот, и приумножать этот товарооборот, который дает нам все более растущие доходы. И компания выплачивает командный бонус с безграничной глубины. С пятого поколения, десятого, с тысячного поколения вы получаете вот эти самые командные бонусы. Единственное только, у компании есть ограничение. Смешное ограничение, которое составляет 50 тысяч долларов в неделю по командному бонусу. Вот больше по командному бонусу не выплачивается. Ну, я думаю, вас это не очень огорчило. Да, конечно, 50 тысяч долларов – это небольшие деньги. Это вот таких 5 пакетиков, вы видели там в фильме. 5 пакетиков, примерно каждый по сантиметру высотой. Это 50 тысяч долларов. Но большинство людей на планете, подумайте, большинство людей на планете такие деньги зарабатывают, а даже сейчас и не зарабатывают, за всю свою жизнь. Здесь вы за неделю можете зарабатывать 50 тысяч долларов только по одному из видов бонуса, по командному бонусу. И это еще не предел. Давайте посмотрим на вот эту вот карьерную лестницу и поймем, как происходит ваш рост. Вначале, когда вы становитесь новичком, вы один, у вас только есть опора, это ваш наставник, тот человек, который вас пригласил. Но потом вы пригласили с его помощью, обязательно опираясь на его помощь, одного человека слева, одного справа, и вы уже на уровне бронза. Потом пригласили еще одного слева-справа, вы на уровне серебро. Потом 3 слева, 3 справа лично приглашенных, вы золото, потом платина. И начиная с уровня платины, это вот здесь, вы получаете следующий вид дохода. Вам открывается 4 поколения matching бонуса. То есть вы получаете до 10% от доходов, которые ваши партнеры в вашей команде зарабатывают за циклы. Ну, для примера, вы пригласили активного человека. Он за неделю заработал на командных бонусах 1000 долларов. Вам компания выплатит около 100 долларов за то, что вы пригласили такого активного человека. Если он 2000 заработает, вам 200 выплатят. А представьте, что вы пригласили 8 человек на уровне платины, или 10 на уровне бриллианта, или 14 на уровне черного бриллианта, 7 слева, 7 справа. У вас 14 лично приглашенных. У каждого из них тоже 2, 3, 5, 10 и 14 и больше. И когда они зарабатывают, вы получаете 10% от этих доходов с неограниченной глубины. Поставьте плюсики, кто понял, что здесь речь идет о сумасшедших доходах. Нужно просто приложить усилия к тому, чтобы дойти до этого уровня и двигаться дальше. Потому что на уровне бриллианта у вас открывается 5 поколений. На уровне двойного 6 поколений. И на уровне черного бриллианта у вас открывается 7 поколений matching бонуса и дальше. С 7 поколений вы получаете matching бонус. Это очень большие деньги. Понятно, что они сами вот так с неба не падают. Это напряжение, это как спорт, это преодоление. Ну, прежде всего, своей лени преодоление. Преодоление мнений окружающей среды, которые будут вам говорить, обязательно будут говорить, 100% будут говорить, что это пирамида, что это финансовая пирамида и так далее. Но когда они попадают в магазин и что-то для себя покупают, почему-то они не видят, что это тоже пирамида. Да, это не финансовая пирамида, это товарно-денежная пирамида.
Как и в нашем случае. Идет эквивалентный обмен. Товар – деньги. Деньги – товар. Где есть этот обмен, то это реальная, легальная товарно-денежная пирамида. Магазин, салон, массажный кабинет, все что угодно. То, где вы получаете товар или услугу, это товарно-денежная пирамида. И без них мы бы с вами просто умерли с голоду и ходили бы только пешком. Итак, есть еще вид дохода, он называется пассивным. Пассивный доход – это такой, который вы получаете, когда ничего не делаете. Об этом многие мечтают, а некоторые даже не мечтают, считая, что это невозможно, нереально. В бизнесе многоуровневого маркетинга это реально. Только для того, чтобы его иметь, нужно иметь структуру, команду, где возникает постоянный товарооборот, потому что пассивный доход – это процент от постоянного товарооборота. И в вашей команде есть клиенты, который покупает этот продукт тогда, когда он закончится. Например, человек хочет спать, и закончились голограммы. Он вместо того, чтобы купить снотворное, говорит, я хочу купить еще там, упаковку, две упаковки, три упаковки для сна. Он клиент, он покупает тогда, когда закончилось. Партнеры – это люди, которые активно делают бизнес. И они используют эти голограммы, кроме всего прочего, не только для себя и семьи, но и как рекламный материал. Кому-то раздавая, кому-то продавая там 5-10 штучек, но не забывайте обязательно вот в таких упаковочках. Если вы продаете 5-10, одну-две не рекомендую продавать, потому что это не работает. Ну а там 5-10 вы можете продавать. Вот такие обязательно антистатические пакетики. И еще очень важный момент. Чтобы голограммы работали эффективно, нужно пить воду. Достаточное количество воды. По меньшей мере 2 литра в день. Это очень важно, потому что энергия в нашем теле передается через каналы. Они работают хорошо, когда в теле есть вода. В сухом организме они работают хуже. Поэтому обязательно пить воду и защищать голограммы от электромагнитного воздействия. Итак, партнеры покупают продукт ежемесячно, потому что это их бизнес. Есть очень важная формула в бизнесе. Вначале мы кормим бизнес, потом бизнес кормит нас. Почему-то люди часто этого не понимают. Наверное, потому что они пришли от сахи, то есть от наемного труда, из наемного труда. Они думают, что им должны платить. Нет. В бизнесе по-другому. В бизнесе мы вначале платим. Мы создаем бизнес, мы вкладываем деньги в его развитие, в рекламу, в поездки и так далее. И только потом он начинает нас кормить, чтобы мы ездили уже отдыхать, чтобы реклама о нас говорила и так далее. Это уже потом. Так вот, здесь вот эти вложения в бизнес составляют $100 в месяц. Это ваша автозакупка, ежемесячная закупка. На эти $100 в месяц вы получаете, опять же, 3 упаковки. 3. Не одну, не две, а 3 упаковки. То есть то, что вы получали на $180, с повторной покупки вы получаете за $100. И когда в вашей команде происходят вот эти автозакупки, естественно, это товарооборот. И этот товарооборот приносит вам пассивный доход. Опять те же $30 за 150 баллов слева, 150 баллов справа. Надеюсь, это всем понятно, и надеюсь, это понятно тем, кто хочет делать бизнес. Не просто пришел посмотреть, как оно здесь, насколько оно здесь, сколько можно зарабатывать, а те, кто пришли делать бизнес. Когда я в традиционном бизнесе каждый день вкладывал $1000, вот это было нормально, это традиционный бизнес. Здесь один раз в месяц вложить $100, и многие считают, что это много. Ну, все зависит от нашего с вами мышления. Мышление бедного человека и мышление богатого человека – это две диаметрально противоположные вещи. Богатый человек понимает, что нужно платить за все, бедный думает, кто бы мне заплатил. Итак, важно понять, что мы с вами находимся в очень выгодной позиции. Это позиция старта компании. 2 с небольшим месяца компания на мировом рынке. И сейчас формируется ядро тех людей, которые станут мультимиллионерами, а может быть даже кто-то миллиардером, из тех людей, которые сегодня узнают о бизнесе OXXO Worldwide. Первым всегда быть очень выгодно. Это самая лучшая позиция. Победители соревнований помнят все. Те, кто пришли там 5-10, их уже не очень помнят. Вот сегодня как раз формируется возможность стать впереди, впереди этого направления. Поэтому сегодня самое выгодное время. Мы с вами первооткрыватели. Компания OXXO Worldwide в ближайшее время, ну это на 100%, станет крупнейшей и одной из самых стремительно развивающихся компаний. Да, есть мощные компании, монстры бизнеса,
которым уже 50 лет и так далее, они создают миллиардные товарообороты, но они уже вышли на свой максимальный уровень. Oxford White только начинает двигаться, и я уверен, она переплюнет большое количество компаний, которые работают уже десятилетия. И по товарообороту, и по темпам развития, и по количеству богатых людей, которые она воспитает. Поэтому я рекомендую вам сегодня же связаться с тем человеком, который вас пригласил, чтобы больше узнать, чтобы он помог вам зарегистрироваться, оплатить и стать активным партнером компании Oxford White. Естественно, у многих людей есть мысль, а где я буду брать людей, как я смогу донести? Я прекрасно вас понимаю. Когда-то я тоже был новичком. И вот тогда, даже в те времена, это было 15 лет назад, у меня эта мысль не возникала. Люди ходят по улицам, ездят в автобусе, в троллейбусе, где я ездил в то время. Сегодня мне уже сложнее. На Лексусе, где я еду, ну, рядом со мной всего лишь жена, сын, внучка. Все, больше никого. И как бы некому дать информацию. Есть проблема. Но сегодня есть интернет. Это то, чего не было 15 лет назад. Он только появлялся. По крайней мере, у меня тогда еще не было интернета. У вас сегодня есть интернет. И вот очень важная новость. Очень важная новость, которую многие ждали, о том, что в эту субботу, то есть через 3 дня, мы запускаем нашу автоматизированную маркетинговую систему, которая позволит любому партнеру компании Oxford White находить партнеров в интернете. Через интернет, благодаря интернету, благодаря тем инструментам, которые будут созданы. Это и страницы подписки, это и свой личный кабинет со статистикой, с инструментами, с обучением, с записью вебинаров, тренингов и так далее. То есть здесь будет целый комплекс, это целая система, над которой работают десятки людей. Десятки людей трудятся над этим не один день, не один месяц. И вот эта система будет запускаться в субботу. Она называется «Бизнес с нуля старт». «Бизнес с нуля старт». В субботу запускается, поэтому следите за информацией в чатах, те, кому это будет интересно, мы пригласим, чтобы вы посмотрели, как это выглядит, что это такое, как это будет работать, мы на все вопросы ответим. Вот, ну а сейчас я готов ответить на те вопросы, которые у вас появились, вижу, что тут что-то уже писали. Давайте я сейчас почитаю и постараюсь на них ответить. Я буду читать вот здесь. Первое поколение – это сколько? Подскажите, пожалуйста, что такое первое поколение, сколько это человек? Первое поколение – это люди, которых пригласили лично вы. Вот вы их подключили к бизнесу, вы их родили. Вы родитель, они ваши дети. Вот сколько детей вы родили, столько у вас в первом поколении. Их может быть 5, 10, 50, может быть 200. Чем больше детей вы родите, тем лучше ваша жизнь, потому что они вас обеспечат потом. Да? Они, каждый из них будет вам дома дарить, там, автомобили. Когда у вас один ребенок, то шансов немного. Но когда 200 детей, шансы очень велики. Поэтому те, кого вы лично подключили к бизнесу, это первое поколение. Да, тут уже ответ есть. То есть максимум 7 слева, 7 справа. Нет, это не максимум. Это минимум. Вот я считаю, это минимум 7 слева, 7 справа. Для того, чтобы ваш бизнес активно развивался, вам нужно 20 слева, 20 справа. А лучше будет 120. То есть вот в интернете, через интернет, сделать структуру в первой линии. 100-200 человек – это реально. Офлайн очень непросто. Потому что количество друзей у каждого человека ограничено несколькими десятками, в лучшем случае сотнями людей. Но онлайн это тысячи, миллионы, фактически это миллиарды людей онлайн. Сколько человек в одном поколении, непонятно. С одной стороны это 7 поколений, с другой стороны ограничено. Так. Я думаю, такие вопросы вам лучше будет обсудить с тем человеком, который вас пригласил. Ну, тут всего лишь мелочи, касающиеся бинарной системы вознаграждения. Хотите, найдите мой видеоролик. Он называется «Бинарная система Окса», вот что-то такое. На YouTube найдете. Ваш личник пригласил кого-то, он станет таким, который поколение. Супер поколение. Это люди, у которых один спонсор. Я, спасибо. Это правда, что маркетинг изменен. Значит, смотрите, маркетинг не изменен, но компания стартовала 2,5 месяца назад. И вначале были бонусные возможности, бонусные даже цены. Была даже бонусная цена в начале. Знаете, как открылся ресторан, всем скидка в 50% для того, чтобы привлечь людей. Потом раз, уже знают о ресторане, опаньки, цены выросли. Потом они стали нормальными. В нашем случае были бонусные цены и были бонусы для людей, которые приходят первыми. Они имели возможность стать сразу золотыми
золото иметь, а не начинать с нуля, потом бронза, серебро. Это было все, это уже ушло, поэтому не маркетинг план изменился, а время уже пришло, когда компания стала на нормальные рельсы, и теперь нормальная система вознаграждения. Вначале было много подарков, много бонусов. Это уже вторая покупка этого же количества за $100. Да, начиная со второй закупки, вы покупаете за $100 три упаковки. Сайты на английском. Будут ли переведены уже созданные страницы на русский? Да, сейчас идет работа по переводу на русский язык. То есть буквально вчера или позавчера была встреча с президентом, и он сказал, что сейчас эта работа идет. Потому что русский рынок занимает значительную роль объемов компании OXXO Worldwide. Здесь сразу появились активные партнеры, активные команды, которые создают большой товарооборот. Когда правильно сделать первый автошип? Объясняю. Например, вы вошли 12 сентября. Значит, через месяц ваша активность будет равна уже нулю. То есть, вот месяц прошел. Когда вы регистрируетесь, у вас есть возможность выбрать для себя числа. 5, 10, 15, 20. Если вы 12 регистрируетесь, то нужно выбрать 10, чтобы у вас уже не было пробелов. Ну, то есть, смотрите, если вы активный партнер и не оплатили автошип, не оплатили активность свою ежемесячную, а под вами идет товарооборот, идут люди, и не сработают циклы. То есть вы не оплатили, компания вам не заплатит денег за то, что вы зарабатываете. И только если вы оплатили, включается опять нормальное исчисление, и вы получаете вознаграждение, вы получаете и циклы, и баллы за то, что приходят новые люди и появляются новые товарообороты. Если вы не оплатили, не будет начисления. Поэтому хотите не терять деньги, сделайте там на день, на два, на три раньше. 12 регистрируйтесь, 10 значит автошип. 25 регистрируйтесь, там есть 25 число, но 28 нет. Поэтому вы можете ставить либо 1, либо 25. Решайте сами. Так, когда выйдут новые товары? Новые товары уже есть, но до нас они дойдут в 2016 году. То есть, вот говорят, что уже в начале 2016 года будет еще три направления. Но это для новичков, которые не знают. Это нормализация веса, улучшение мозговой деятельности и решение сексуальных проблем. Вот еще три товара будет, три продукта, три направления. Если выбрано 20-е, как исправить? Вы заходите в свой кабинет, кликаете «Автошип», и там есть кнопка «Edit». Если на русском языке она не работает, то есть в хроме вы должны тогда включить язык оригинала. На английском языке кликаете Edit, выбираете число и все там можете поменять. На английском языке. Автошип $100 не для всех. Было бы лучше его сократить. Так, ну, Вячеслав, по-моему, Вячеслав это написал. Это лучше было бы для вас сократить. Вот понимаете, опять, бедный человек мыслит категориями, как бы я вот меньше отдать и больше иметь. Знаете, когда, например, богатый человек приходит в ресторан, он только чаевых оставляет, может быть, 100, может быть, 200 или больше долларов. Он не думает, как сделать свой обед дешевле. Почему бедный человек не может оставить $100 чаевых? Он по-другому думает совсем. У него другие мерила ценностей. И он думает, вот $100 в месяц – это много. Сделайте так, чтобы вы были богатыми, что для вас $100 в месяц было немного. И заплатить вот за это $100 в месяц вы бы счастливы были, понимаете? Это всего лишь категория ума. Нет высоких цен, нет дорогих продуктов, есть низкие доходы. Если вас волнуют низкие доходы, подойдите к зеркалу и спросите у того человека, почему ты так мало зарабатываешь? Сделай так, чтобы для меня $100 было мало. Чтобы я на 500 покупал и раздавал, дарил своим знакомым, друзьям, родственникам, понимаете? Вот это все вопросы лично к вам. Почему $100 для вас много? Почему лучше? Ведь смотрите, была бы закупка ежемесячная в $5. Ой, радовались бы все, да, $5. И вы зарабатывали бы $5. Но если автошип $100, вы будете зарабатывать в 20 раз больше, чем если бы закупка была в $5. Вот думайте об этом. Это очень мощный бизнес, потому что здесь ежемесячно любой активный партнер делает закупку в $100 ежемесячно каждый. Найдите
большое количество активных партнеров. И у вас будут просто огромные чеки. 50 тысяч долларов. Вот почему никто не говорит, 50 тысяч долларов, почему так много? Вот почему компания не сделает 10 тысяч долларов максимальную планку? Давайте вот попросим, чтобы компания сделала 10. Она же обанкротится, если будет 50 платить. Вот об этом никто не говорит. А вот 100 много, говорят, к сожалению, бывает. Автошип по последним новостям можно не оплачивать, если нет товарооборота. Когда будут высылать заказанные еще 28-10 голограммы? Значит, давайте по порядку. Вы можете не оплачивать, конечно. Если у вас нет товарооборота, вы просто клиент. Вы не делаете бизнес, вы просто клиент. Зачем вам оплачивать автошип? Берете продукт тогда, когда у вас закончился. Ну, для клиента это так. Он же не идет в аптеку, не покупает впрок себе шприцы, вату, бинт, таблетки. Впрок не покупает. Припекло, купил. То же самое и здесь. Нужен продукт, покупает клиент. Партнер по-другому. Вот у хозяина аптеки всегда есть необходимость купить дополнительно вату, шприцы, таблетки. Потому что он делает бизнес, он не клиент. Когда будут высылаться? Вот по поводу высылаться и получать, обращайтесь к тем людям, которые вас пригласили. Они связываются с другими, которые высылают. По Украине высылаю я пока что. Можете обращаться ко мне. Если у вас по Украине, пожалуйста, обращайтесь. Будем решать вопрос. Но если Россия, тут я не смогу вам помочь. Как можно заказать карты Barclays Bank? Значит, вчера президент говорил, что карты Barclays Bank уже будут где-то к пятнице. Ну, скажем так, пятница – это конец недели. Давайте говорить о понедельнике. Где-то там с понедельника, вторника уже можно будет заказывать карты Barclays Bank. С 23.10 не получил. Ну, вы знаете, я первый раз ждал продукт больше месяца. Бывает такое. У меня партнеры отключили автошип. Естественно, партнеры... Нет, понимаете, партнеры не будут отключать, клиенты будут отключать автошип. Ваша задача, чтобы помочь каждому партнеру зарабатывать деньги, чтобы у него были эти 100 долларов, как говорит моя жена, несчастные 100 долларов. Понимаете, если у человека есть деньги, и он зарабатывает в OXXO Worldwide, он не будет отключать автошип. А если человек пришел, у него ничего не получилось, вы ему не помогли, он не использовал интернет, систему, не знает, как это работает, и у него нет на следующий месяц 100 долларов, он, конечно, отключит. Тут же не надо к бабке ходить, это простая логика. Помогите человеку заработать первое не 100, а 500 долларов, он будет оплачивать автошип. Если он не заработает месяц-два, там по 100, по 200 долларов, он не будет оплачивать автошип. Ну тут же все понятно. Поэтому это бизнес. Мы либо выращиваем богатых людей, либо находим тех, кто умеет уже делать бизнес. И тот подход работают. Какой вам ближе, ну, тот и используйте. Но скажу сразу, что в этот бизнес люди приходят на людей. Если вы сами не умеете делать бизнес, то к вам люди не очень будут приходить. Научитесь делать бизнес, тогда люди к вам будут приходить, вы их будете обучать, они будут тоже делать бизнес, зарабатывать и оплачивать автошип. Подключать других партнеров, которые будут тоже зарабатывать и оплачивать автошип. Ну, логика простая. Делаем бизнес, все получится. Ищем клиентов, они будут покупать периодически. Тоже создание товарооборота, но менее эффективное. Так, подскажите, пожалуйста, хочу обучаться работать по оптимизации трафика из сети интернета. Где можно взять инструмент? Так, пишет, не вижу кто. Успех. Вот такой первый совет, товарищ Успех. Первый совет. Успех – это хорошее слово. Но, во-первых, с маленькой буквы, во-вторых, это не ваше имя. Вот если вы хотите зарабатывать в интернете, вам нужно себя показывать таким, какой вы есть. Почему я в видео себя показываю? Потому что я позиционирую себя, кроме всего прочего. 40 человек меня видят. И вам нужно не только себя вот показывать, но и говорить, я вот там Николай, Сергей, Иван и так далее. Второе. Любой вопрос, который у вас возникает, вот возьмите его, скопируйте и внесите ключевые слова в YouTube. YouTube. Сегодня дети уже обучаются через YouTube. Можно не ходить в школу. Вся информация есть в интернете. Прежде всего в YouTube. Набираете вот так вот, например, оптимизация трафика в интернете. И находите десятки, сотни видео. Изучаете их. Мало вам этого, найдете ссылки на платные продукты. И будете дальше платить и изучать на более высоком уровне.
В интернете есть все и бесплатно, и платно. Александр, ну, слава богу, определились. Для России кто присылает? Значит, друзья, сейчас я не скажу по России. Там немножко перетрубации произошли. Обращайтесь к спонсорам, они вам скажут, кто высылает по России. Раньше была Елена Охотникова, но сейчас там она, не она уже будет этим заниматься, другой человек. Поэтому обращайтесь к спонсорам. Ваши спонсоры, бриллианты, знают, как связаться, что делать, чтобы вы побыстрее получили. Да, пожалуйста, Александр. Хорошо, что вы меня поняли. Есть люди, которые обижаются. Хотя это самый дельный совет. Все сегодня можно найти в YouTube. В Гугле точно можно найти все. В YouTube, ну, как-то мне более комфортно, когда я вижу, как это делается. Не просто читаю, когда вижу. Я думаю, у многих это так же. Спасибо. Мой спонсор из Германии. У вашего спонсора из Германии есть еще один спонсор, который либо из России, либо из Америки, например, Алексей Фомин. И вот он все вопросы решит. Вы только достучитесь. Так, все, друзья, спасибо большое. Я затянул с ответами, уже почти час вас держу.